Всем доброе утро. Идем поздравлять Настюшку. Где Сережка? Где Сережка? Я сейчас поднимусь. Держи, держи. Пошли, пошли. Да я первая. Настюшка! Так, доброе утро! С днем рождения, моя куколка! А что мы тебе купили? Что там папа за подарочек несет? Ставь. Ничего себе, это бассейн, Настюшка. Настя уже вылазит, ногу запрокинула. Ничего себе. Ой, какая красота. Смотри, сколько шариков. Это шарики, Настюшка. Шарики, мячики, кругляшки. Мячики. Кидай мячик, на. Ты испугалась, это мячик. Все хорошо. Мячик, так, надо, скажи, освоиться. Стучим, да? А смотри, вот розовый мячик есть. Здесь есть беленький мячик. Так, Настюшка, все хорошо. И вроде и боится, хочет и заплакать, но в то же время интересненько. Ай-яй-яй-яй. Доброе утро. Днем рождения. Именинница ты сегодня, да? Да, такой бассейн ей. Посадили уже с утра в бассейн. Ну как, Настюшка, мячик? Дай бабушке Свете мячик. Дай. Дай один мячик. Дай. Спасибо. Обманщица. Ой, сколько мячиков, смотри. Ничего себе! А что это? Кому? Спасибо! Настя! Ничего себе! Так, я уже накрасилась, начинаю собираться, одеваться. Вот подготовила наш family look, вот такой вот. Так красиво повесила. Вот, Настюшке такое платьице. Вот. Сейчас будем одеваться. Приготовили стол уже. Сейчас покажу, вот как у нас все выглядит. Вот такая вот красота. Вот, посмотрите, какие красивые цветочки Сережка мне подарил. Супер. Вот. Шарики. И вот такой вот стол. Все, мы с Сережкой уже нарядились. Вот такие вот красивые. Настюшка уснула. И я сейчас покажу наш стол. Вот такая вот у нас красота. Вот, сейчас быстренько расскажу, что мы приготовили. Вот, начну сначала. Ну, тут фруктики, ананас. Приготовила свой фирменный салат с авокадо, с креветками, кукуруза, микс салата. Затем приготовила вот такие вот тарталеточки. Здесь авокадо с сливочным сыром и икра. Так, затем бутербродики с красной рыбкой, здесь салат с кальмара, здесь салат с кукурузой, грецким орехом, ананасом, сельдереем, суши, оливки, маслины, имбирь. Здесь мы первый раз купили попробовать инжир свежий, ни разу не пробовали. Вот здесь салат, не помню с чего, шампиньоны, курица, копченая куриная грудка, грецкий орех, яйца. Не помню, что еще. Тут разные виды копченых рыб. Здесь тоже салат с кальмаров. Вот такой рулетик со шпинатом. Так, здесь у нас виноградик и вот такая мясная нарезочка. Вот такой вот у нас столик.
Вот, ждем уже гостей. Настюшка уснула. И, кстати, что на улице пошел такой дождь вообще. Посмотрите, какие шары классные. Я просто балдею. Супер. Вот. Так что все, пойду Настюше подготавливать платьице. Пока она проснется, сразу, чтобы быстренько ее переодеть. А, самое что, забыла показать. Смотрите, какие у нас салфеточки. Вот, тоже все в виде принцессы. Вот, вот такие. И вот такой вот топпер еще заказала на один годик. Вот, а, и соусы мы там разные купили, поставили. Вот, так что все, пойду готовить Настюше платьице. Пока она спит. Вот, так что... Все, ждем гостей. Все, мы уже практически все собрались. Ну, еще не все, но мы уже сели за стол. Вот, кушаем. Здравствуйте! О, пакеты большие, значит, подарки хорошие. Максим, это мой папа. Василий, это Юля. Юлька, привет. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Тут был мой, да? Я зову. Привет, Максим. Да, мы тоже. На, тебе, наверное. На. Ничего себе. Открой. Попроси. О, а это кому? Это наши доченьки. А это маме. Это? Ага. Понятно. Так, все, переодевайтесь, гости дорогие, и за стол. За стол. А подарочки, подарочки мы посмотрим потом. Хочу, чтобы каждый Настюшке пожелал на годик хотя бы по одному слову, так сказать, вот на память. И можно, кстати, каждый год так записывать. Вот. Начнем с мамы. Мама, что ты Настюшке пожелаешь? Чтобы Настенька была любима и любила всегда. Угу. Бабушка? Чтобы она здоровенькая была и быстрее пошла своими ножками. Ну, Дашуля? Чтобы ее во всех делах сопровождала удача. Ой, спасибо. Красоты, 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 Настеньки наши. Да. Настюшка, я желаю тебе, чтобы ты выросла любимой принцессой, чтобы тебя мужчины окружали самые красивые. О. И чтобы ты всегда была красавицей, чтобы нравилась мужчина. Класс. Юлька? Чтобы Настюшка была главным членом вашей семьи, и чтобы и вы любили ее очень сильно, и она вас. О, да, спасибо. Максимка, крестный папа. Не готовила речь. Ну что-нибудь. Мужика. Правильно, да. Папа? Насюшка, еще 100 лет проживи. Не болею, не болеющий, ничего. Да.
Ну, а там как пойдет, вот так, чтобы здоровенько, 100 лет было. 100 лет. Да, 100 да. Лет я желаю. Жила. Да. 100 лет. И мама с папой, что пожелаем нашей? Чтобы была наша всегда самая любимая доченькой, послушной. Послушай. Да, а я скажу, что самое главное – это здоровье. Потому что когда здоров ребенок, это самое главное для родителей. Родители тогда счастливы. И настроение хорошее, да, у всех. Так что правда? Здоровье, здоровье, Настюшка. Мы тебя очень сильно любим. Вот. И, может быть, в скором времени подарим Настюшке братика. Шучу! Вот такие у нас тортики. Это заказала мама тортик, единичку. Написала дату рождения, вес 3740, рост. Вообще и вес в виде этой гирьки, рост. С днем рождения, Анастасия, и время в виде будильничка, прелесть. И вот такой мы с Сережкой заказали, Настюш. Ну, такой более молодежный, современный, так сказать. Интересно, эти шарики съедобны или нет? Вот. Угу. Мы пофотографировались. О, бедные детки, одевать на них платьица. Но это целая мука. Ну что поделаешь? Ради памяти, красоты. Все, сейчас будем разрезать тортик. Так мама так может режь. Чего? Мы каждый по этому. Блин, такую красоту даже не знаешь, как... И... Красиво разрезать. А Мишка, интересно, этот съедобный? Все в ожидании. Все. Вон он такой с орешками. Так, тарелочка. Вот, кстати, инжир очень вкусный. Все, пойду Настюшку успокаивать. Малышек, ну что, будем спать? Пока гости сидят за столом, я что хотела сказать. Сегодня приезжала ко мне моя тетя, тетя Люда, с моим крестным, дядей Юрой. И передали Настюше вот такой вот подарочек. Вот так неожиданно. Ну и там сказали мне, что-то есть, поэтому я сейчас хочу открыть, посмотреть, что там есть. Так, это у нас Настюшке такое. Ой, она мягкая. Вот такой вот пингвинчик. Затем так, открыточка. Там в открыточке конвертик. Я это потом посмотрю. Затем мне вот такой вот наборчик. Угу. Спасибо большое, тетя Люда. Тени Dior. С любовью, любимые племяшки. Так, это что? Дживанши. Крем. Так, я не знаю, что это за крем, но потом посмотрю. Мой любимый блеск Dior. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, и затем что? Значит, у нас это Сережа и полотенце. Все. Пойду тогда своим. Спасибо большое всем за подарок. Все, дорогие друзья, вот и прошел наш первый день рождения. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто был и присутствовал. Завтра покажу все остальные подарочки. Все, дорогие друзья, все уже разъехались. Мы будем убирать все, попьем чайку. Вот. Завтра Настюшку хочу еще пофотографировать шариками и вот с этой вот единичкой. Потому что мы с ней так и не успели пофоткаться. Вот. Так что все, дорогие друзья, спасибо большое. Все те, кто был со мной, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!